Привет, земляне! Крометер Хофф, день шестой. Тема сегодняшнего дня – аквакультура. Это моя любимая тема. За моей спиной пруд. Он сделан по Хольцеровой технологии. Это сбалансированная экосистема. Сейчас в этом пруду спустили воду для того, чтобы мы смогли изучить устройство этого пруда. Как это? Вот. Кто это? Линь? Да, линь. Ее там немерено. Рука опускаешь, она прям вся по ней бегает. Только надо центр тяжести понять, где у нее, чтобы можно было вытащить. А то она сразу шуркнет. О! Миша, видал? Дополнительная задача здесь – собрать большую часть взрослой рыбы. Но этому мешает дерево, которое лежит на дне водоема. Оно было завалено ветром. И сейчас оно будет распилено, вытащено, и дальше продолжится рыбалка. Все, дерево было умело распилено Йозефом Андерсом. Сейчас с помощью русской группы бревна будут вынуты, и продолжится выемка рыбы. Ребята, нам нужно сделать бревно. Показывай! Привет, земляне! Подожди. Просто дернула тебя, с ног сбила. Две руки, две рыбы. Много было. Привет, земляне! Земляне! Есть повод удивиться и семье Хольцеров. Русские умеют ловить рыбу голыми руками. Ребята, дуплет, линий карась. Это Амур. Ну, собственно, все. Перелив поставили на место. Вот эта труба. Теперь уровень пруда будет подниматься. Вот в этой воде, которая осталась, достаточно много молодняка. И баланс восстановится. Теперь в вышележащем пруду открыта заслонка. Видно, что из приточной трубы теперь поступает достаточно много воды. Остаток живности вот в этой воде позволит быстро регенерироваться и восстановить этому пруду свое прежнее богатство. Здесь скоро снова будет много рыбы и раков. Теперь будет сделано вот что. В одном из прудов, который находится ниже, сильно размножились водные растения. В этом пруду было поймано несколько линей. Линь – это рыба, которая охотно поедает эти растения. И сейчас по пути вниз мы остановимся около того пруда, где чрезмерно размножились водоросли. И теперь наша задача выпустить в том пруду линей рыбу, которая поедает эти растения. Вот таким вот натуральным образом в Хольцеровой системе прудов происходит регулировка.
рыбка. А вот это приманка, да? Девочка, Кирилл. Это не рыбка. Кобель. С яйцами. Вот еще один водоем, в котором излишне разрослась водная растительность, и в него также выпускается травоядная рыба белый амур.